Всем привет! Меня зовут Катя, вы на моем канале о вязании. Сегодня я покажу вам много новых работ, и в основном это будут наборы. И немножечко, прям совсем чуть-чуть покажу покупочек своих за это время. И много того, что связала за август, показать, к сожалению, но, может быть, только в конце. Если у меня остались фотографии, то вставлю фото, но вот уже, к сожалению, не сняла видео, надо было кусочки снимать, и все это уже разъехалось по своим новым домам. Поэтому покажу лишь только то, что есть на данный момент в наличии. И начну с, наверное, покупок. Или покупки оставлю напоследок, потому что там прям совсем чуть-чуть. Поэтому сейчас их уберем. Вот, и покажу тогда из игрушечек. Значит, первое, что покажу, это погремушки. Вот такие. Вот так они гремят на деревянных колечках и с шуршащими ушками. Таких погремушек было связано в этом месяце. Сейчас покажу еще несколько. Вот этих голубых три. Сейчас еще одну покажу, она в наборе. Три было связано таких же бирюзовых. И одна розовая, это были заказы. Вот такие вот погремушки, только те были на колечке побольше, хотя по мне вот этот диаметр колечка для малыша все-таки более оптимальный, он небольшой и в маленькую детскую ручку он отлично помещается. Значит, вот такие погремушки. Дальше покажу набор. Вот так вот это выглядит. Коробочка. Все коробочки запаковываю, сейчас просто все распаковала, а выглядит это примерно как вот этих вот, сейчас я уберу, выглядит это при запаковке примерно вот так, то есть это веревочка, наклеечка и бирочка, ну приблизительно там плюс-минус, то есть вот такой наборчик, и так это примерно выглядит. Здесь распакован, значит, здесь в наборе тоже такая же погремушечка. Вот, кстати, колечко, вот для сравнения. Здесь у погремушки колечко побольше, как бы показать, чтобы было видно игрушечку. Вот. Здесь, по-моему, 56 миллиметров диаметр, а вот у этого 65. Вот, то есть вот так это выглядит, и вот так выглядит вот в моей руке. Значит, тоже такая же зайка. И то это пряжа Alize Cotton Gold, по-моему, Baby Soft. Сейчас посмотрю. Вот так это называется. Cotton Baby Soft, да. Вот. И та пряжа. Дальше здесь идет держатель для соски или погремушки. Вот такой. Сейчас про шнурочек тоже, про этот расскажу, покажу. Вот такой. И здесь же еще вот такой грызунок зайка. Вот так он выглядит. Такая бусина, цветочек. Бусины вот с такой разной обвязкой, можжевеловые подвесочки, можжевеловые бусинки. Здесь все на куче-куче узелочков завязано. Но сейчас покажу другой грызунок. И все-таки там вот эти крепления мне нравятся больше, чем здесь. Ну, в общем и целом это выглядит вот так. И все это... Вот так выглядит наборчиком. Убираем. Дальше. Еще один аналогичный наборчик. Сейчас коробочку уберу. Это вот как раз третья зайка. Погремушечка. Тоже гремит, тоже шуршат. И в комплектик. Значит, идет. Мы его, наверное, снимем. Держатель на хлопковом таком шнурочке вязаном. Вот такой.
И вот такой грызунок совушка. И вот здесь уже у этого грызуночка, сейчас поподробнее про него расскажу, вот у него каждый вот этот вот элементик, он привязан отдельно, здесь завязаны узелочки под вот этим узлом, потом еще раз все на узелочек завязано вот с этой стороны, и оставлены вот эти, я не отрезала длинные кончики, ими как раз очень будет интересно тоже играть, грызть малышу. Вот, и по мне все-таки вот этот вариант крепления, он как-то надежнее. Значит, что здесь? Здесь шуршащий листочек из фетра. Один, а второй листочек, пищать сильно не буду, у меня малыш спит. Вот, пищащий листочек. И то же самое, можжевеловые бусинки и грызунок из бука. Вот такая совушка. Вот такой наборчик. Тоже его сейчас отложим. Дальше. Следующий. Коробочка. Вот так это выглядит в коробочке. Здесь подробно показывать не буду, потому что уже в предыдущем видео я показывала вот этот вот набор с слингобусами и с грызуночком. Пончики я тоже показывала, вот они. Пинетки я не помню, показывала или нет, но тоже это вязалось давно. А теперь просто это все вот собралось в один наборчик. Пинетки и вот такая шапочка. И оно как-то так вот все подобралось по цвету, что все упаковалось вот сюда, вот в этот набор. И вот надо поаккуратнее, покрасивее положить. И вот, вот такой вот наборчик, все примерно в одном цвете, при этом все яркое и подойдет, в общем-то, как мальчику, так и девочке. Дальше еще вот такой набор с ленточкой. Развязывать не буду, там тоже не новые игрушки, то есть тоже там розовенькие игрушечки упакованы. Ленточку хотела развязать, но там уже узелочек не развяжу. Поэтому вот примерно так они могут выглядеть еще. И последнее, что покажу из готовых работ, это вот такая растяжка. Вот так это выглядит. Обвязанные бусинки, держатели, клипсы. И плюс оставила длинный кончик шнурочка, чтобы можно было прицепить к кроватке, там, к стульчику, ну, куда-то еще привязать, если невозможно вот этими клипсами. Вот. То есть, по сути, это либо растяжка в кроватку, в коляску, ну, и можно использовать, в общем-то, и как слингобусы. Вот так это выглядит, обвязка вблизи. Вот такой, ну тут, естественно, чисто девочковое сочетание. Очень красивый шоколад с розовым. И к этой растяжке три подвески. Это у меня получается новинка. Сейчас я покажу, как это должно выглядеть. Одну покажу. То есть это вот вешается колечко, вешается растяжка. И на ней будет висеть подвеска. Сейчас сниму пока. Значит, и, соответственно, подвесками можно вешать их отдельно и играть ими отдельно. Вот такой мишка фетровый. Дальше вот такая единорожка. И вот такая вот зайка. Соответственно, три подвески. Вот, с колечками, с можжевеловыми бусинками. И либо использовать отдельно, либо вместе с растяжкой в комплекте. Это вот, наверное, все, что я хотела рассказать и показать, что у меня есть в наличии на данный момент. Вот так положим. Сейчас покажу прям быстренько по покупкам.
Не по всем. Ну, основные покупки была пряжа. Вот ее показывать не буду, там ничего в принципе новое. А вот то, что новенькое у меня появилось, это как раз вот эти вот грызуночки. Вот так. Грызуночки из бука. Лисичка. Дальше. Яблочко. Вот такое. Зайка. Сердечко. Вот такой заяц. Корона. Золотая рыбка с короной. Вот так. И вот такая вот машинка. Вот. Ну, это, наверное, основное, если так вот быстренько-быстренько рассказать о том, что связалось, о том, что купилось, о том, что теперь у меня в моем ассортименте появилось. А появились это, вот еще раз расскажу, это наборчики. То есть такой набор уже сам по себе замечательный подарок для малыша. Подарок, когда вы идете на выписку, когда вы приходите в гости на рождение малыша, на крестины, просто вы хотите коллеге по работе сделать подарок. Кстати, ну вот если найду эти все фотографии, то я их вставлю в конце. Вот, в этом месяце также был набор как раз в подарок коллеге от организации, и у нее родились двойняшки, и там был двойняшковый набор, то есть там коробка тоже была большая, в ней два боди одинаковых, и все было в серо-бежевом цвете, то есть я подбирала боди, покупала носочки, и связаны были две тоже такого плана погремушечки, только мишки, один серый, один бежевый, и две маленькие игрушки мишки тоже, один серый, один бежевый, но постараюсь фотографии вставить. Вот, то есть такой вариант подарка, довольно универсальный. Точно так же есть еще два, ну я просто показывала отдельно уже эти пледы и игрушки, есть еще два набора именно с пледами, то есть они уже побольше. И вот такие есть от недорогих каких-то комплектиков до уже, то есть от бюджетных до более таких дорогих. Вот, собственно, все, что я хотела быстренько рассказать. Все, всем пока-пока.